В Государственном музее-заповеднике Михаила Юрьевича Лермонтова состоялась презентация книги Екатерины Сосниной «Французы на Кавказе», написанной при участии французского историка Кристиана Пеле. Екатерина Соснина – кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Михаила Юрьевича Лермонтова, автор многочисленных, в том числе и зарубежных, публикаций по лермонтоведению и истории Северного Кавказа. Сегодня мы пригласили вас на замечательное событие. Это событие рождения книги. Это новая книга, которую мы сегодня хотим представить всем вам. И эта книга действительно очень дорога всем нам. Екатерина Соснина впервые перевела на русский язык книгу французской путешественницы «Женщины-легенды в жизни Лермонтова» Адель Омер де Гель «Путешествие по прикаспийским степям и югу России», а также труд одного из основателей науки о Кавказе, графа Яна Потоцкого «Путешествие в Астраханские и Кавказские степи». Сколько лет, какими дорогами прошли и Франция, и Национальная библиотека, и помощь друзей, зарубежных партнеров. Вы знаете, обо всем, наверное, не расскажешь, но это часть жизни, это способ нашего существования. Многие люди, о которых сегодня мы не можем сказать так подробно, как вот о Кристиане Пеле, они тоже приняли участие в этом проекте. Кто чем мог, помогал. Кому-то мы написали свои благодарственные слова вот в послесловии к этой книге. Кто-то, может быть, остался за кадром. Но мы знаем, что интерес он жив в наших историках, краеведах. Книга «Французы на Кавказе» – серьезное, основательное исследование, где собраны редкие свидетельства франкоязычных авторов о Кавказском регионе, многие из которых публикуются впервые. Важным участником презентации был соавтор книги «Французы на Кавказе» – археолог, доктор исторических наук господин Кристиан Пеле. Для меня совместная работа над книгой была неоценимым опытом. Будучи историком и археологом, я стал еще и лермонтоведом. Очень важно, что книга вышла в период, когда контакты между нашими странами значительно уменьшились. Однако, по моему мнению, такие проекты способствуют налаживанию добрых отношений между Россией и Францией. Материалы для книги «Французы на Кавказе» собирались Екатериной Леонидовной Сосниной в течение ряда лет, как в российских, так и зарубежных архивах. В книге отражен тот вклад, который внесли французские ученые в исследования Кавказского региона.